Давай! С Антонией, да давайте ближе. Я да, я не Ну, гусьё! Тут нам бабки вчера сказали, будто бы они слыхали, что у вас тут юбилей. Вот мы и пришли скорей. Долго думали решить. Молодец. Что в подарок вам купить? Так, значит, список длинный написали, а потом вдвоем порешали. Вот, пароход вам ни к чему. Зачеркнули потом. Да. Далее идем по списку. Нифига не могу. На тепловозе ставим крест мы. Занимает много места. Танк в гараж вам не войдет. Туда ж не влезет и самолет. В хозяйстве не нужна ракета. Ее не взяли мы за это. Подлодка озеро загладит. Да. Да, вертолет на балкон не сядет. КамАЗ мы вдвоем с Матроной запарковали. Да, Тихо мы даже комбайн убрали. Матрона. Убрали трактор. Кайонизер-миллер. Похоже на ужасный триллер. Вторых «Жигулей» вам не надобно. У вас уже есть. А вот БМВ вы были бы рады, но поставщик нас круто подвел. На встречу к нам зараза не пришел. Ну, велосипед дарить уже неприлично. Он у тебя уже есть. А самокат вам совсем обидно. Получается, с транспортом полный. А вам? Зато мы остановимся на чем-то другом. Ага. Колье из бриллиантов грабители снимут. Кошелек с деньгами на рынке отымут. Картина Малевича «Черный квадрат». Ваш сын, мы думаем, будет не очень рад. Ваш сын Кирилл. Далее. Сумку продуктов купить мы могли. Мы прикинули в уме состав вашей огромной семьи. И получилась она размером с чемодан. А сумка такая совсем не для дам. Читай далее. Ага. Зашли мы в тупик с этой проблемой, оказавшись перед сложнейшей дилеммой. Механизмы мы хотели, да размеры не те, а мелкий подарок не подходит мечте. И вдруг нас осенило, что вам нужно, вам нужен дом-кран. И будет любой раз. В автомобильном хозяйстве вам пригодится, и вам еще придется даже с нами делиться. Спасибо! Дам крат. Еще вон там еще что-то есть. Мы забыли, бабки. Это самое главное. Это набор этих. Могу благословить. Да, смотрели Константин. Просветитель машиниста. Да, я помню. Взяться и закричать. Ну, мы в теме, видимо. Да, мы в теме. Ну, все, старенькая. Давайте рядышком я вас фоткаю. Да, давай. Я не загибаюсь.